И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Panzer. Храм песчаных бур. Не сильно-то я люблю эту карту. Ну, хотя в последнее время было вполне прикольно. Да уж. Как я говорил в прошлой серии, там, типа, у меня нашлось полчаса времени, все дела. А тут, как бы, быстрая карта получилась. Ну, вот я решил, ну, блин, вторую серию запишу. Вот, так что... А спонсором нашего видео получается днище с прошлого видео. Ай, блин, не, так сказать, не в обиду, блин, но получилось реально, прям на сапоге их протащили. Вот, кстати, для тех, кто не знает, что такое на сапоге, это раньше, как, так сказать, когда еще не было бесконечного ускорения. Оу, легче. Так. Когда не было бесконечного ускорения, при появлении был такой сапог. И... Текс, отлично! Скотина, ты ли? Сдожил! Ой, тут... Натуре тотемов! Ой, в натуре тут тотемов! Вот, и появлялся сапог, и ты, типа, мог... После появления на респе мог быстро бегать. Блин, чувака поджал в натуре, вот я лошара. Ах ты ж, ублюдок конченый, ну натуре давай! На, ну натуре! Да и пошел ты в жопу. Вот, отлично. Так, а где мы тащим? Мы тащим, типа. У нас же типа тащим. Отлично. Тихо, не спеша. Гномик, давай, прорвемся потихонечку. Да ладно! Я тебя не увидел. А точнее твою поверку. Кстати, прикольный такой эффект, вот это вот, типа такое оглушение, все дела. Глушит. Слышь, пиратик! Слышь, ебать! Пиратик, я тебя сейчас убью нафиг, иди отсюда! Иди отсюда, сказал! Так, отлично. Такс. Тихо. Я лучше щитом постою, знаешь, чувак. Все-таки от греха подальше я лучше щитом постою. Отлично. Отлично. Хотел сказать просто о. И в итоге сказал еще и отлично. Я в натуре просто. Просто что-то меня плющит сегодня. Не зря я решил поиграть в панзарку. Нашу добрую панзарку. Нати, да нища! Твою мать, у меня цепа нету! Цепа нету! Пошел в жопу! Да нища! Супостатная! Твою мать, там в спину, ну не наш стреляет! О, да, я под пламя конкретно прям поставил. А, черт побери, вот меня сейчас чуть не убили. Меня сейчас чуть не завалили, а? Прям конкретно. Такая подстава была подставная. Гном, погоди. О, бутыль откатился. Отлично. У меня бутыль откатился. Слышь, днище. Твою мать, он отскочил от меня. Да пошли все в жопу отсюда. В жопу пошли все отсюда. Ах ты, ублюдок. Вот я лошара в натуре прям. Пошел нафиг. Уродец. Надо же было так, в натуре я его еще и откинул, а? Вот я лошара. Ты ублюдок. Отлично. Так, тихо. Вот это тут конкретно прям понеслось. Спасли чувака. Нам сейчас любые руки нужны. Такс. Блин, вот я днина. Надо же было так лохануться. Взял всех, раскинул. А это уже успел взять. Камешек. Так, отлично. Отлично. Тащим камень. Ну, в смысле, тащат камень. Молодцы.
А, что там, типа, заход, захода, что ли, нету? Блин, а здесь тоже никого нету. Нативно, на тире убийство! Убийство, убийство, убийство я тащу! Убийство я тащу! Нафига телепорт? Ты чё, прикалываешься, что ли? Нативно, на тире по башке! Твою мать! Ааа, натуре, вот я сейчас лоханулся. Я на самом дне. А теперь не я на самом дне. Нифига себе, вот это я вообще прям нифига не делаю. Типа. Ну хотя да, я больше накосячил, нежели что-то сделал. Ну опять-таки же, я ж пытался сделать как лучше. В натуре гномы тащат. По-другому это не назвать. Где наш шарик? Туда наш шарик надо тащить, туда наш шарик надо тащить. Надо тащить туда наш шарик. Давай. Сразу успел. Отлично. Гном, просто в натуре гномик, ты прям тащит. Какой-то. Да, я свою жопу опять закрыл. Да, я хоть на чем-то набью ЦП. Ну, в смысле, не ЦП, а очки. Ну, реально, блин. Я думал, я не дотянусь, а нифига. Давай, молодец, в натуре. Просто молодчики. Ну, инквизитор явно... С кем я играю, блин, ну ладно. А, да ладно, он мне сбил его. Еще я ЦП потратил. Ну отлично, еще и в откате. Давай, да, я затащил. У меня получилось под конец затащить щитом, конечно, прям. Не, чем эта карта хороша, здесь дают конкретно прям опыта много. Это реально классно. Даже вот сейчас апнусь. Не, ну было прикольно. Было прикольно. Гномики вообще молодцы. Прям усердно только тащил, тащил. Прям ух. До конца. Ну, нет, не апнулся. В общем, надо еще такой же один бой хотя бы. И тогда будет все прекрасно. Ну, а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Все дела, все как обычно. Ну и делиться моим видео, да. Делиться моим видео там в соцсетях и так далее. Ну, в общем, всем удачи и всем пока.